Каша от мамы и грязевые ванны от Лизы. У каждого в приюте свои дела. Дорогие наши люди, огромное спасибо вам за поддержку домашнего мини-приюта Людмилы Чернецкой. В который раз вы приходите на помощь и спасаете нас. Спасибо всем, кто откликнулся на статью о кашке, так сказать, из топора. Это был, по сути, крик о помощи волонтера, который уже не знала, чем кормить. А последнее... запасы просто иссякли. Друзья, Людмила Чернецкая просто бесконечно благодарна вам. Низкий подклон от нее и ее хвостиков. Благодаря вашей помощи мы сделали небольшую закупку для ребят, и теперь они сыты наконец-то и довольны. В этом мире много жестокости и зла, но мы уверены, что все будет хорошо, потому что у нас тысячи друзей по всему миру, которые не бросают в беде. Спасибо вам за вашу заботу. Работу и доброту. Хотя, наверное, с тысячами мы прям поторопились сказать, но сотни, несколько сотен, это уж точно есть верных, преданных друзей. А пока мама ездит за покупками, возвращается и убирает за всеми, придумывает, как и что приготовить, у хвостиков ни за что не болит голова. Они беззаботны и счастливы, как дети. Как вы знаете, мы сейчас активно строим загон для свинки, козлика и овечки. В этом месте, где более-менее есть тенек, по настоятельному требованию Хрюши была сделана лужица. Такой себе мини-ставочек. И вот Лиза, которая все время донимала нашу новую гостью, прониклась ее находчивостью и решила сама попробовать. Понять, так сказать, логику свинки. И вот что из этого вышло. Лиза и грязевые ванны. Жара замучила. Каждый охлаждается просто как может. Весело, наверное, будет только опять-таки маме купать девочку перед тем, как она запустит ее домой.